Слышите? Слышите, красные все-таки остановлены. Еще одна такая остановка и скинут нас в океан. В 1000 золотых сибирах за главаря партизанского отряда Антона Туманова. Каждую секунду кого-нибудь ищут. Чтобы всех переловить, никаких денег не хватит. В декабре этого от 1922 года ожидает колонное заседание. Покупайте газету. Читайте о лунном заседании. Я устал нашел кому ревновать. Японцу. А что? Дурак. Он? Угу. О твоем побеге из тюрьмы узнал сам генерал Семенов. Разъярен. Эти два дня тебя всюду ищут. Ты не можешь оставаться во Владивостоке. Мы отправляем тебя в тайгу. Я не затем бежал, чтобы отсиживаться в тайге. Так мы не отдыхать тебя отправляем. Федор Лукич, расскажи. Так вот, к нам на товарную под огромной охраной прибыл эшелон с оружием, который пойдет на Спасск. Верно, беляки почуяли, что Губаревич готовит наступление. Горит у них под ногами приморья, вот и зашевелились. Дальше состав поведу я. День и час точно не знаю. Сообщу особо. Интересно. Так вот, Петр, ревком и штаб партизанских войск Приморья поручает тебе очень важную операцию. Надо атаковать тот эшелон, захватить оружие, вооружить им все партизанские отряды, что мы собираем в полк, и взять узловую станцию Жуковка. Это обеспечит правому флангу наших войск успешное наступление. Ты что, Славка? Облава! Пару открывай, как мы больше пару. Пивушка, ты... Давай, Варвар. Нефёдов, туда! Ты со мной! Чёрт, ты нища! Пара, скотрот! Тихо! Искать всюду! Оружие. Ну! Продолжать. Продолжаем. А ну-ка, девочки. Удар! Пробежал в благородие! Все спокойно. Извините. Господа, вы его ловите по всем крышам, а он вот он у вас под носом. Хватайте его, господа! Хватайте его, господа! Это тот, кого мы ищем! Держи его! Держи его! И начали. Еще ж такой ты играть! Митя, Митя, Митя! Митя, Митя! Не мучь гармонь, Жмаков. Покури кусь сигару заморскую. Да сам кури это дерьмо. И... Ну что, Настя, ты с днем стариной? Да не думайте, мы ж семейные. Ну чего? Дай мне. Ой. Ну-ка, дай мне. Спасибо, Витя, уважил! Федя,
Пляжете вы, конечно, интересно. Но вот что я вам сейчас покажу. Честный человек! Вот это да! Мишка, Катя, а я давай тебя поцелую. Да отстань, Котофей. Не дотрог. Ты че к моей невесте липнешь? Да у тебя каждая юбка невеста. Что? Я с тобой потом разберусь. Сейчас я вам опять сыграю. Выслеживать, ревновать. Ведь всем понятно, что шутковал, обнимал, целовал. Для смеха. А ты чуть не ревешь. Вот это стыдно. Кузя, драгоценный мой. Вот-вот. Коня ты любишь. Понял, Кузя. Сейчас она скажет, что мы ее не любим, обманываем. Сахаром не кормим. Свистом не подзываем. Верка. Вот осенью разобью всех врагов. Такую свадьбу с тобой сыграем на все Приморье. Эй, Кокорин, командир велел тебя срочно в штаб позвать. Скорей! Ну, не может командир без Кокорина. Везешь в штаб, Кузя. И произойти все это должно вот здесь. Это самое подходящее место. Глубокая ложбина. Железная дорога идет под уклон. И тут же ветка на старую шахту. Хитро. Но уж больно непривычно. А по мне лучше подкараулим его на повороте у Черкасова камня. Рванем рельсу и штурмой. Верно. Он как весной амуницию. Штурмой брали. Ага. В один момент. Я слышал тот момент. Обошелся вам тогда в полотряда. Дороговато. Но если в план твой хитрый, погода вмешается. Дождь, например. Тогда штурм. Только штурм в крайнем случае. Ведь войне конец. Совсем скоро. Ладно, попробуем. Только без тебя. Почему? Болен ты, Петр. В госпиталь ляжешь на неделю. Явился, Кокорин! Братуха! Живой черт! Партизан! Сколько мы с тобой не виделись? 3 года. 3 года? Да. Как вырос! Кругом целый. Ну, ясно, целый. Слабы против меня все интервенты. Похвальбушка был, похвальбушка и остался. Хвальбушкой звала. Когда? Весной. И похоронить ее не смог. Раненый был. Ты в тюрьме? А ты что приехал? Меня повидать или по какому другому делу? В лазарет его надо, Митя. Болен он. А что, Петро? Поехали. Эй! Вера! Что такое? А куда наш лазарет подевался? Эй! Где все? А раненые там теперь. Я им теперь наш дом отдала. А где же мы теперь живем, Настя? Это что же, опять к теще в дом, а, Настя? А мы здесь с тобой в байку перебрались. Осень ведь, холодный в сарай. Папка! Папка, ходи до нас! Здравствуйте, мои родненькие. А? Старший брат его. Как похоже.
Знакомьтесь. Здравствуйте. Мой брат, Петр Кокорин. А это моя неповторимая невеста, Вера Ситникова. И за что тебя такие девушки любят? За мою немыслимую красоту. Ой, да чего ж пустобрех? Раненым героем я все прощаю. Мить, дай водички. Сейчас. Вера, ты не гляди, что он улыбается. Он у меня сейчас жутко хворый. Здоровье. Спасибо. За вражескими шутками оставил. На каторге был. Вместе с Лазовой из тюрьмы бежал. А в подполье в Владивостоке. Митя. Ладно. Вера, приказ тебе командира и мой. Подлечи брата. До завтра не вылечишь? Не женюсь. Выздоравливай, Петр. Утром приду, проверю. Ну, совсем запугал. Все, Кузя. Верка Петра вылечит. Вера, вы меня в самом деле побыстрее, а то я... Ой, батюшки. На мою кровать кладите. Так. Что с ним? Аккуратней. Клади, клади. Побелел весь. Голову повыше. Вот так. Настя! Насть! Чего? Зови папу скорей! Мам! Губы у нее белые, сухой? Да, белые, сухие губы. Вода пьет? Нет, не пил. Рот не разжимает. Скорее, дедушка. Вот эта травка, почина, лечит хорошо. Скорее, дедушка, Пак. Побежи. Глотает. На поправку пойдет. Теперь спать будем. Тепло надо. Ага. Дайте что-нибудь. Так, тулупчик. И мой возьми. Тут, что ли? Тут, кидай. А. Мич, сюда. Ага. Сейчас. Пустой. Как? Пошли. Гоняй тебя! Командир! Вот. Сапог пустой. Завтра в полдень. Кто это? Лавруша. Не с тобой ли, Федь? Эй! Здорово, хуторяне! Федор, собирайся, командир зовет! Здорово, богатыри! А Верка где? Привет. Здорово. Вера, срочно собирайся, командир приказал. Привет. И знаешь, бинтов йода возьми побольше. Дело предстоит жаркое. Ну, бывайте! Папка, ты куда, воевать? Ага. А надолго уйдешь воевать? А ты, Анастасия, не беспокойся. А я не беспокоюсь. Ты сам не думай. С тобой ничего плохого не случится, я знаю. Мы ж тебя ждем тут. Федя, Федь, возьми на дорогу. Чей это? Мой. Носи, друг, на здоровье. Благодарю. Что ты? Сейчас. А вы куда, Петр Иванович? Туда же, куда и вы. Спасибо, Верочка, я совершенно здоров. Да вы что? Вчера ночью еще без сознания были. Да вам дней 5 лежать еще нужно. Идите и ложитесь. Ложитесь и все тут. Ну, хорошо. Хорошо. И не волнуйтесь, Петр Иванович. И без вас справимся. Конечно. Скорее, Вер, ждут. А вы раненые, помогайте друг дружке. Хорошо. Добрый. Играй. Хоть бы все добро было. Вернется. Дай бог. А ты верь. Я верю. За мной!
До свидания, Настя. Все смерти шукает. О, сядели все мужики по хатах, да к некой бы войны не было б. Дурная ты. Сам дурный. Цып-ц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 ып. Командир, погляди. Слева, ну, туман как туман. А справа, ну, что? Да, маловато дыма. Не утерпел? Не утерпел. Петро. Лавруша, скажи, что прибавили. Есть. Я скажу! Эй, Соболь! Приказ командира! Отдай дыму! Гляди, как с той стороны дядь Кондрат надымил! А ты что ж? Понял, бросай это! На, руби скорее сдельник! Эй, ребята, руби тащи во всех отпредельник! Быстро! Ну как тут у вас? Ми! Ни тебя ну! Бегом в тайгу, Кузя! Ребята. Митя. Че? Ты уж посторожнее, а? И зря не рискуй. Ладно. Беги, прячься. Накрывай. Пожалуй, все. Ну что, похоронили твоего женишка? Да отца! Все по местам. Идет. Идет поезд. Туман, ваше благородие. Туман? А почему гарью пахнет? Так точно, пахнет дымом. Откуда? Может, тайга горит? Тут, когда пожар, неделю, месяц горит. Не рухнуло бы дерево поперек путя. Черт, дымище какое. Сбавить ход, смотреть внимательнее. Не просчитаться бы нам. Третий вагон от паровоза. Ага. Не слыхать. И не видать. И не увидишь, дядя. Руки вверх, господа! Сзади вагоны держь. И верно. Вол состава нет. Ваше благородие, гляньте, вагон пропали. Господи, что же теперь? Наши в Спасске ждут оружие. Тормози! Задний ход! Может, назад! Я стою! Я приказываю! Назад! Мишка, давай задний. Давай, куни, садись! И партизан этих, тьма тьмущая. Ну и пусть. Погибнем, но оружие вернем. Не удирать же бесславно. Фельдфебель! Да. Стройте, солдат! Слушаюсь! Стой! Назад!
Союзники, трусы назад! Останови паровоз! Да там японцы в будке! Ребята, патроны! Оружие-то какое, а? И как много его, братцы! Полный нам теперь полно! Его до полной победы хватит! Ну что ж, Мак, кому рассказать, не поверят. Ни убитых, ни раненых. Это ж надо. Толкай, Петя, толкай! Петров, а? Боюсь я. Что? Да вот оружие. Не будем мы его в старой шахте прятать. Сердюк! Оружие берем с собой. Подгоним подводы и в село. Верно, целей будет. А в отряды пошлем связных, скажем, что у нас. Есть. А Митька-то все катает, пусть толкает. Я отбил, а тебе, Жмаков, толкать. Ты усами привяжись и тяни. Ну что, дядя Кондрат, ну как? А ты все говорил, штурмой, штурмой. Надо всегда, как мы с братом, хитростью. Ловко все вышло. Ага. Да, ничего. Ловко. Лихорадит вас, Петр Иванович? Да, немного. Вот не надо было с лазарета-то уходить. Ничего. Теперь можно и полечиться. Даже 5 дней, как вы велели. Вот. А ну-ка, забирай его сей момент. В самом деле, Петров, давай, давай, отправляйся в лазарет. Давай. Хорошо. Иди, Петр. Ну вот, то-то правильно. Подлечи его там. Командир, а я скоро женюсь. А она-то согласна? Невеста. А я и спрашивать не стану. А ты спросил. Очень я вам благодарна, Петр Иванович. За что же, а? Понимаете, был у нас доктор. Такой замечательный. Помогала я ему. Да вот убили его зимой в бою. И осталась я одна. А ведь я ж ничего не умею. Ну, вы сейчас справляетесь, по себе знаю. Так это пока боев нет. А если бой? Да попадись рана какая тяжелая. Или пулю извлекать. Я ведь даже реву по ночам от страха. Ведь за доктора я теперь. А вы 3 вагона отбили и ни одной царапины. Здорово меня выручили. Доктор, это ведь не только знание, это еще и душа. Вы будете доктором. Только учиться надо. Учиться? Это когда уж? На старости лет? Ну-ну-ну, бросьте, бросьте. Скоро. Вы молодая, добрая. А когда врач не только добрый, еще и красивый, больные быстрее выздоравливают. А вы, случайно, с командиром не сговаривались? Это о чем? Да вот, говорит, издам приказ, что ты доктор, и все тут. Правильный приказ, правильный. Хорошая у него голова. Вон сколько за него враги золотом дают. Смотрите. Вот, видите, 1000 сибирок. Вот какой у вас командир. Боятся, гады. Ну, вот он и я. Идите. Ну, это что это? Ого. Антон видел? Еще не видел. Можно я ему это покажу? Покажи, хорошо. Ладно. Ну, как ты, Петро? Хочешь, я тебя на седле лежак из веток сделаю? Ничего, так доеду. Давно мы с тобой не говорили, братух. Есть вопросы? Конечно, есть. Поговорим, брат. Ага. Он с детства меня трудными вопросами мучает. Вот скажи, ведь земля круглая. Круглая. Вот если ее насквозь туда, то какая под нами страна будет? Не знаю, Южная Америка, наверное, Аргентина. Аргентина, вот ведь все знаю. Ну и как они там живут? Богато? Да нет, не думаю. Почему? Да у них, кроме своих хозяев, чужих полно. Это ж сколько в круг всей земли народу подневольного, а? Работы у нас с тобой, братуха. Да. Ведь это ж вначале всех своих хозяев да интервентов в океан, а потом и тем помочь насчет свободы и счастья, так? Так. Ленин говорит, всякая война справедлива. Против поработителей.
Господа, командующий армией большевиков Убаревич начал наступление. Он намерен сбросить нас в океан. Мы должны разгромить красных на дальних подступах к Владивостоку. Убаревич планирует широко использовать в нашем тылу партизанские силы. Их надо срочно обезвредить. Особенно обнаглели партизанские шайки в районах вокруг Жуковки. Позавчера, наглее не придумаешь, недалеко от узловой станции партизаны совершенно безнаказанно похитили вагоны с оружием. Чудовищно. Разрешите, господин генерал? Говорите, полковник. Это диверсия отряда Туманова. Большевистская кличка Антон. Я знаю, где базируется отряд. Там мой агент. Я также знаю, где спрятано похищенное оружие. Я мог бы его вернуть. Вам бы лучше доложить, что вы уже вернули его. Но с этим не следует торопиться, ваше превосходительство. Вася, русская манера. Все переносить на завтра? Нехорошо. Преступно. Несколько партизанских отрядов соберутся в селе Кедрач, чтобы вооружиться и слиться в полк. Я впущу в ловушку всех и не выпущу ни одного. Тем самым мы избавимся от необходимости гоняться за каждой бандой в отдельности. Хорошо. Опа! Эх, Лавруша! Все мимо да мимо. Мимо да мимо. Ничего, тысячу раз просит на улицу. Хорош! Иди сюда. Маков, дай тряпку. Ты от плеча бросай. И шарим взмах. Опа, и пошел. Учить каждый раз. Это точно, и ты сам можешь. Давай, Лавруша. Петухи, петухи. Мит, смотри, вот так, да? Ну? Вот так, да? Давай. Опа! А ты не верил! Митя! Ну, радость! Дети молодец! Знаешь, будь-будь! А ну, ударь меня штыком! Прямо так и бить, а? Серьез? Фу, серьез! Как будто бы! Ловко! Запомним! Запомни! И все запомните! Правильный! Запомним! Федор, не усилит ли нам охрану? За оружие боишься, командир? Боюсь. Надо подкрепить караулы в слабых местах. А где слабые? А вот ты узнаешь. Объезди посты и попробуй проскользнуть. Там, где тебя не укараулит, ты там усиливай. Никого из села нам выпускать нельзя. Просочиться слух про оружие. Проверить полезно. Ты глядишь, Маков, вот Митя, чтобы рубать врагов революции без пощады, он шашку вострит, а ты, тьфу, прости господи, ножницы. Маков, свои усы, не чужие. А некоторым, может, и хотел что обстричь, так у них под носом гладко. А Митька-то ваш по три раза в день саблю точит. Он же ее сточит, на врагов не останется. Да чего умен, а? А что? А ты ж, Маков, усы на пивдора растопырил, а забыл, что треба их состричь. Это почему? Разве никому не мешают? А уговор? Какой уговор? Ты ж слово давал. Точно. Ежели говорил, оружие без потерь отобьем, усы сбрею. Так я-то слово шутку дал. Так, для смеху. А, пошутил, значит? Ну, конечно. Шутку-то чего не скажешь? Ты что? В память о твоем честном слове. Ты! Ты едешь сейчас! Отдохни, полежи. Подожди, сейчас, подожди! Твой! Уроню, поставь назад! Ага! Так! Да стой ты! Да не мешай ты! Тихо! Кокорин! А ну-ка зайди! Ну никак командир не может без меня. Так тебе лучше. Пришли патроны получать. Вот ты, за мной на полигон! Пошли, ребята! Поедешь в урочище Кедрач и приведешь сюда отряд Назарова. Незаметно, ладно? Таежными тропами. Ладно. Только от задания не отвлекайся, а то я твой норов знаю. Ладно. Погоди. Че? Наш пароль знаешь? Знаю. А у Назарова в отряде пароль Амур. Ладно. Да не ладно! А че? А повтори. Ну, Амур. Вот теперь ладно. Ну, ладно. Фу. Последние образцы. Все ко мне. А что это, куница? Вон американская.
И все интервенты союзники ее уважают, и вам треба знать. И рвется она не через 6 секунд, як вот те, а раньше. Бросай! Бросай, говорю! Не тяни! Ясно? Чего тебе разделали? Ты сперва все растолкуй, а потом отойди подальше и взрывайся себе на здоровье. Кто пошутковал и будет? Друг конец, дай пару гранат. На, Митяй. Эй, Кокорин, взял бы винтовочку поновей. Из твоей берданки еще прабабушка палила. Да в винтовке ли дело, Жмаков? Лавруш, ну поставь что-нибудь на пенечек. Вот! Бутылочка из-под масла оружейного, сейчас разлетится, будь бунт. Посмотрим, пали. Ну давай. Что? Что стрелок? Что винтовка? Один черт. Ну что ты ржешь, Жмак? Ага. Бутылочка-то махонькая, а горлышко у нее еще меньше. Ну как он? Жар был. Настя. Теперь уснул. Неси. Ишь, как спит. Ладно, скажи, я его завтра опять проведаю. Стой! Пароль. Какой пароль? Мы травку идем собирать. Нельзя никуда из села, дедушка Паша. Приказ, дедушка Паша. Домой, Цуцик. Ну, моя, ходи обратно. Ты нас не видел. Дядь Герасим! Здорово, дядь Герасим. Ну как тут у тебя? Тихо? А я слышу, на балагах ты тренькаешь. Дай, думаю, загляну. В горле пересохло. Кваску вы. Твоего. Что это с тобой, дядь Герасим? Вроде как трясет. Сови сюда. Заходи, Митя. Сгорел, что ли? Здорово. Все, конях, теперь ты мой. А с хозяином своим прощайся. Ты кто? Ишь. Ты кто такой, спрашиваю? Не твое собачье дело. Еще! Посадите его туда. За ноги тяни. Давай, давай. Сюда его погородие велел. Ну-ка, свяжи. Ну, что, жив еще? Ну так кто тебя послал? Не ты, прыщ бородатый. Вот в угору. Не заговори, запоет. Кто такой? Комсомолец я. Ну! Да! Хватит! Давай его сюда, ко мне! Ваш благородь, ну-ка рубани его, гада красного! Ты комсомолец? Так бы сразу и говорил! Держи его, держи, Гриня! Держи крепче! Стой! Попался! О, Гриня упал, подожди! Ну, вставай, вставай! Давай его сюда! Будешь говорить или нет? Будешь! Ваш Бугарой, дай ему! Большови! Кто такой? Говори! Маленько отдохнем, а то поесть пора. Ты уж прости меня,
Молчи, Мик. Пошла б меж лопаток. Ладно, попытайся, развяжи. Никак. Ну, туго затянули. Да, я попробую. Ну. Давай меня. Еще чуток, Митя. Еще. Вот. Ну все. Сейчас мы их удивим. Митя, а? Запиши, как было. Ты что, боишься? Боюсь. Вольному воля, а пленному плен. Нож в сапоге. Возьми. А? Бритва. Сколько же он ей наших порубал? А ну-ка, Фрол, приведи сюда этого красного рубаху, моего сызного допроса. Ой, Фрол, ты хоть и косолапый, а прыткой. Эй, ты. Выходи. Сейчас. Выйду. На, ты. Фрол! Где ты там? Фрол! А пошли того комсомольца. Фрол, что ты там застрял? Скорее! Ворея! Ворея! Черти его! Ну, Кузенька, выручай! Гони! Стреляй! Не стрелять! Не стрелять! Живьем брать будем! Шашкой достать! Да тут он где-то, тут! Искать! По кустам шашки! Есть! Мы тут, вы туда! Хорошо. Найдем! Вставай, Кузя! Тихо! Теперь ходу! Пошло! Вон он! Стреляй! Коня бей, его живьем! Если на Руси ты вырос, то наверняка ты найдешь на злую силу, силу кулака! Даже если бой не равен, враг коварен, ну да я не лыком шит, он меня ничем не устрашит. Моя правда крепче стали, вера как гранит. Меня пуля не достанет, штык не победит. От моей веселой сабли в удалой руке синит враг и в океане, и в Амур-реке. Сейчас, Кузя. Вот как. Ничего, кость не задета. А если б всерьез ранила, я б тебя в лазарет к Вере положил. Она бы в раз вылечила. Эй, ты зря здесь,
А ну беги в тайгу. Тут тебя интервент вмиг сожрет. Вот так оно и было, ваше высокоблагородие. Как на духу говорю. А своих мы прямо на берегу схоронили. А тот партизан где? Его мы прикончили, когда он реку переплывал. Вы уверены, что он не выплыл? На моих глазах утоп. Мы в его десяток пуль всадили. Так что он даже до середки не добрался. Действительно утонул? Так точно. Так точно. Хорошо, что так. Значит, хотели отдохнуть от военной службы, грибками побаловаться, искупаться. Самую малость хотели, ваше высокоблагородие. Черт, попутал. Еще как попутал. Мы в засаде. Я отдал приказ никому никуда ни на шаг. Так точно. Строжайшая секретность. Так точно. Спасибо за откровенность. Этим Шамполов, застегнитесь. Вы будете расстреляны перед строем. Ваше высокоблагородие. За нарушение приказа. Кровью скуплю. Простите, ваше высокоблагородие. Подождите, родненький. Простите, ваше высокоблагородие. Сколько? 62, ваше благородие. Точно. И 3 коня порожних. Что это там за костер? Да это, наверное, наши дозорные греются. Вот так на виду? Ну, ночь-то холодная. Слабовато у вас с дисциплиной. Отряды соберутся через 3 дня. Оружие в селе. Вот почему его не было в старой шахте. О засаде не подозревают. Охрана и разведка усилены. Будьте осторожны. Все? Ну вот. Догадались, загасили. Друг Назарыч, ну ты уж не говори командиру. Ладно? Поглядим. За 10 верст их видать. Да. Хороший агент. После окончания операции представлю его к награде. Сведения серьезные. Да, обстановка накаляется. Надеюсь, теперь, штабс-капитан, моя жестокость не кажется вам чрезмерной. Никак нет, господин полковник. Вы были правы. Вот и прекрасно. Жестокость жестокости рознь. Эй, па, ты ж на ноги болять. Дам травки, дам. Ночь не спал, полечи ты его, па. Это кот. Здравствуйте! Здравствуйте! Здоровится вам! Спасибо, дед! Питала, питала! Дедушка, пап, принес мне дудочку? Девочка, травку надо пить всем! Вот какая у меня дудочка! Здравствуй! Здравствуй, дорогой дедушка Пак! Дядя Петя, нарисовал мне ежик! Да, какой ежик! Нарисовал! Хороший! Вера, пусть сейчас эту травку пьет! Ну, спасибо, дедушка Пак. Спасибо, дедуль. Бывай здоров. До свидания, дедушка Пак. Заходите к нам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуй, командира. День добрый. Поклон больным и здоровым. Ну как, Николаев, поправляешься? Поправляюсь. Здорово. Здравствуйте. Ну как ты тут? Первый раз за всю жизнь так отдыхаю. Да, у нас красотища. Самому, что ли, заболеть, а? Петр. Да. Есть новости. О, спасибо. Благодарствую, Пак. Все. Девчон, мазать надо. Ты уже вчера мазал. Иди, иди. Ситуация сложилась, Петр. Есть сведения. Гарнизон Жуковки усилен японским батальоном. Хм. А что, если нам
передать часть оружия большевистскому подпольному комитету Жуковки. Они вооружат им деповских рабочих. Так. Ладно. Попробую. Тут план Жуковки. Я наметил направление атаки. Уй, Пак, больно! Эй, дед, а ты по что тут? Мадира, возьми Паха свой отряд. Ты что ж, дедушка Пак, воевать задумал? Мадира, меня раньше хозяева били крепко. Теперь я их бить хочу. У нас молодых хватает, дедушка Пак. Иди ты к пчелам, дед. Не мешайся. Эх, командир хороший, все хорошие. Сердёга плохой. Не люблю я его. Он тоже хороший. Заезжай вечером, Антон. Помозгуем насчет плана. Выздоравливай! Тётке Матрёне. Жмаку! Коня надо! Выбирай любого из этих вражек. Дарю как другу. О-о, расхвастался. Риску справно у них. Как доехать? Ну вот, собрались-то, конечно. Здорово, друг Назаров. Так, в нашем полку прибыло, а? Здравствуйте, товарищи. Рады мы вам очень. Ну что ж, сей момент разведут вас по измам, Митька. Ладно. Отдохните с дороги, закусите. Щей, борщей, каши с салом. Ну, а там, глядишь, и за дело. Командир, посмотри, вот какой трофей привез. Три коня, да три винтовочки, ну, амуницию всякую. А дело было так. Размести людей и сразу вернись, обо всем расскажешь. Это я в раз. Отряд! За мной! Ох, ты чего, Мить, командиру надоел? Все собираешься? Ага. Ну, жмак! Ус я тебя укротил, и язык укрочу. Ох ты, шустрый. Ага, а ведь он сделал. Трое туда. Ясно. Остальные за мной. Ох, видишь, припустился, а? Ой. Здорово. Шальной чертяк, а? Да ты чего? Разлюбила, что ли? А чего любить-то? Так хватает, что синяки потом. Вот командиру сейчас докладывал, так ему все интересно. А ты даже не спросишь, как съездил, как с великами бой вел, как жив остался, а? Так я вижу, что жив. А, ну да, конечно. Верг, я в тебя скучал. Не надо. Да ты чего? Ничего. Как же ничего, когда я вижу, что чего? Может, ты заболела? Лечишь тут всех, лечишь. Ну и заболела сама с усталости. Держи гостинчик. Не надо. Погрызешь орешков и сразу тебе пройдет. Я пойду, а? И раненых перевязывать надо. Вот дождь перестал. Вер, да куда они денутся, раненые-то? Вер, слышь, постой. Да пусти ты. Что это ты с Митькой так? А ну его, шального. Эй, ребята, сейчас я вам о своих подвигах поведаю. Послушай, братуха. История со мной вышла веселая. Чего ж пустопрёк? Точно я в детстве. За мной. Сейчас всем врежу. Это еще поглядим. Ну да. Чур мой первый ход. Поговорим? Давай поговорим. Вот скажи, у тебя в городе много баб? Ну, то есть женщин было. Мить, я ведь жену люблю. Пусть. Но ведь ее же нет. Поди уж пятый год как померла. Давно уж. Да, пятый год. Прости, братух, но чудно как-то.
Ведь уж сколько вдовцов-то попереженилось. А ты что ж? А мне вот Верка нравится. И другие тоже. Как долго ее не вижу, вроде люблю. А как повидаю, к другим тянет. Ну, это от того, мечты все время о себе думаешь. Как тебе хорошо, как тебе плохо. Ну, а о Вере своей ты подумал, каково ей? А за что ты Катерину свою любил? Ну, разве знаешь, за что любит? Вот любил и все. Любил. До сих пор люблю. Ну ладно, Петро, пойду. Ну посиди, куда спешишь? Да надо наших найти, чтобы в дозоре у черных скал пару ласков сказать. Натворили что-нибудь? Только между нами могила. Ну, само собой. Едем с Назаром, а у них костер. Ну, греются, а видно издалека. Угу. Назаров, вот, мол, мы к вам, а какой же вы пол, когда у вас никакого порядка? Ну, конечно. А он-то костер помигал, помигал, да погас. Как помигал? Ну, так. А может, кто недозорный? Пойди, доложи командиру. Кузя! А что ему скажу? А что видел, о том и расскажи. Угу. Давай. Сами все выясним. А тогда уж доложим. Кузя. Шагом. Откуда ж мы костер с тобой тот видели? Стой! Вот тут. Съесть. Видишь, опять на том же месте. Не ходи за мной, жди тут. Чуть не палкой ноги не переломал. А тайгу знает, ну, ничуть не хуже меня. Наверняка наш из местных. Кто бы это мог быть, а, Федор? Такой прыткий. Ну, хотя бы я. Да брось ты. У нас больше полотряда. Местных, молодых, ловких да прытких. На кого думать? Ви, а других примет не разглядел? Такой черный весь. Ночь ведь была. Кашки пшеные, хочешь? Некогда, пошли. Очень хочу, да некогда. Петр, ты был прав. Костер — это...
Это сигналы. Значит, все-таки сигналы? Да. Зови командира. Подозрительно все. И казачий разъезд, с которым Митька сражался, и костер. Да сигналил кто-то не иначе как. Митька! А? Кто бы это мог быть? Что, командир? Проверишь до тех сопок, как следует. Ладно? Ладно. Для своей негромкой песни не стихи я взял. Взял я кровь людскую вместе с горем пополам. Взял у осени ненастье и у солнца зной, чтобы вечно было счастье над родной страной. Над родной страной, над родной страной. Шорох леса, шепот листьев, как сигнал тревоги. Перед тем, как грянет выстрел на твоей дороге. Умирать кому охота, если 20 лет? Пусть судьба мне смерть пророчит, только смерти нет. Знаю, смерти нет. Знаю, смерти нет. Дырка! Течет! Рассохлась треклятая! Зачем торшу ее зря возить? Давай бросим туточки, а? А пробросаешься туточки. А чего? Нет. Вечером починим. Бочка воды, считай, на целый взвод, ветрогон. За три ездки еле управляемся. Скажи, старшой, может, сначала скупнемся, а потом поедем, а? Ага, мы скупнемся, а ты покарауль. Ну чё? Все я, да я. Холодна водичка! О, хороша! О, холодна водичка! Как дверь прямо обжигает, а? Аж задушки. Сейчас бы в баньку, да с веничком, а? Ох, приятность какая! Ой, гриб нашел! Старшой, гляди! Отвяжись! А надо сейчас дырку глиной замазать. Какой глиной, дура? Ее распарить надо, тогда пазы сойдутся. Слышь, старшой, вот природа тут вроде богата. Но у нас на Кубани грибов больше. Старшой, когда же мы на партизан двинем, а? Как красные в полк соберутся, тогда и ударим. Скоро! Сволочь! Ты кого это сволочишь? Палец и колючку уколол! Фу, ветрогон! Дурья твоя голова! Это сколько ж нам ездок еще? Еще? А еще три! И тогда все эскадроны напоим! А. Ну, пошли! Ох и погодка! Сейчас бы с девками гулять! Да погоди, партизанское село захватим, да ты и гульнем! Ну! Ой, братцы, охота гульнуть! Там их полтыщи наберется. Кого? Девок? Ну, дура, партизана. А, ну и что? У нас, почитай, 800 сами, так? И 400 пехоты. Сладим, куда они денутся-то? Ну! Стой! Проклятущие! Чего долго-то? Попить дай. Да пустая она! Чего мы ее с собой возим, старшой? Надоел ты мне с этой бочкой! А ну сбрасывай ее, чертовой матери! Давно пора! Ну-ка давай ее, родимую! Сейчас затрахнется! Ну хватит дурака валять, повеселились и будьте. Ждут нас потом. Поехали! Трогай! Тебе бы с генералом быть, старшой. Садись, ты чё? А ты слазь.
Ой. А всего там 800 сабель и 400 штыков. И все они там про нас распрекрасно знают. И вовсю готовят нам погибель. Затаились и ждут. Эти сведения ты с дна той своей бочки, что ли, достал? Я потом мимо их дозорных прокрался и поглядел. Вот так, командир. Есть договоренность с командирами других отрядов. Если завтра наши связные не явятся за отрядами, они сами идут в Тигровую Пать и ждут нас там. Ну, с ними-то понятно. А как же нам? Впереди враг, слева Усманские болота, справа Чищоба, топором не прорубиться. За спиной город и скалы. И в отряде гад какой-то завелся, вот бы распознать. Выходит, что же, мышеловка. Да удрать-то мы, друг Назарыч, наверное, сумели бы. По одному просочиться можно. Главное, как спасти оружие и боеприпасы для всего полка. Оружие мы бросить не можем. Иначе нам Жуковку не взять. Да. Конь Кузя! Вер, гляди, твой скачет. Здрасте. Лечите. О, и поживей. Да где ж тебе так? Ой, я сейчас, Мить, сейчас. Давай пока грязь мою. Садись сюда. Ага. Дядь Митя, болит? Да не то, что болит, но щекотно. Подуть? Подуть. Сильней дуй. Дую. Ой, Юдам не надо, Юдам жгется. Ничего, пусть жгется, Павлик, стерпим. Свободные места не пропускайте. Берите малярную кисть и красьте всего подряд. Вер, а Петр почему опять в штабе? И лечиться он не желает. Ты б его, Мит, сказал, как брат. Я, может, сейчас еще больше больной. Меня тебе не жалко, а брата жалко. Так ты ж ведь временно больной, а он себя превозмогает. И он человек сильный. Мы оба такие. Хозяева, можно? Здравствуйте. Ой, аккуратно к ужину садитесь. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Спасибо, мы на минутку. Идите, спасибо. Красивчато. Пожалуйста. Спасибо, хорошо, спасибо. Мам, хлеб нарежь. Гляньте, что там пришло. Гляньте. Мам, на. Скажи, Кондрат, раньше в сторону Жуковки была дорога через город? Была. А вот после землетрясения версты две так в пропасти ушло. И что, никто не пробовал пройти с тех пор? Пробовал я. Да чуть не разбился. Значит, нет дороги. Значит, нет. Картошку бери. Да. Я наелся. Командир, идем-ка, есть разговор. Ой. Можно я с тобой? А ну, на лавку, быстро. Куда же это вы? Погоди, мать. Секреты? Дело такое. Значит так, вот за тот год косил я в распадке, в горах. Да. И мимо меня, в сторону гор, прошел анжурец Бак. Я его видел, а он меня нет. Косил я до самого поздна, а он с гор не вернулся. Ага. Так вот. Утром поехал я в Жуковку за капканами, в Кругаля тайгой. И вот там-то, в Жуковке, встретил Бака. Спрашиваю его, ты что, через горы пришел? А он мне говорит, нет, как все, тайга. Через горы он где-то прошел. Вот с той поры не взлюбил я его за вранье. Знает он дорогу через горы. Здорово, дед Бак. Тебе говорю-то. Бак, здравствуй. Да ты что, оглох вроде. Сейчас. Свердюк, что с тобой? Ну, тигролов, ты что шапки испугал? Ты знаешь, какая она кусучая, хуже тигра. Зараза, успела. Да я ее сейчас застрелю, чертовой матери. Жаль, револьвер забыл. Погоди, погоди. Принимай гостей, дедушка. Здравствуйте. Здравствуй, командира. Проходи, говори, что надо. Здравствуй, здравствуй. Дедушка Бак, у нас к тебе важное дело. Говори, говори. Говори.
Ты что не пускаешь-то? Плохой человек. Хорошим человеком пока все сделает. Заходи, Фанза, заходи. Нету дорога. Была. А то б горы тряслися. Нету. Надо женщине, надо меда. Приходи, пока все даст. А дорогу на Жуковку нету. Приходи. Ну нет, так нет. Спасибо. Спасибо. Мы окружены. А все отряды ждут оружия. Предлагаю к рассвету разведать, где в кольце врага слабое место, оружие навьючим на лошадей, и прорываться с боем будем. С боем. Не долечились вы, Петр Иванович. Рано уходите. Все, Верочка, теперь все. Лихоманка меня отпустила. Я здоров. И за это вам большущее спасибо. А я провожу вас. Хотите? Конечно. Конечно, хочу. Петр Иванович. Да? А что я вам скажу? Что? Только вы не удивляйтесь, не смейтесь. Говорите, Вера, ведь мы же друзья. Я люблю вас. Когда вы говорите или читаете, да хоть ругаете кого, век бы смотрела, век бы слушала. А Митя? Ах, да не Митю. И никого до вас я не любила. Я поняла теперь. Только вы не пугайтесь. Мне от вас ничего не нужно. Вы как прежде не думайте обо мне. Вам не такая нужна. А я вас все равно буду любить. Петр Иванович. Да? Вот командир коня прислал. А, спасибо. Вместе поедем? Да нет, нет, ты поезжай, я пешком пройдусь. Как хотите. А, красавец. Вот кончится война, каждый день буду в шашки играть. Это почему же? Большую я в себе способность к шашкам угадываю. Так, 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 так. А пока, дядь Кондрат, пока, дядь Кондрат, выставляй лоб. Вот Митька играет, а? Да кто вы ржете? Вам велено спать перед разведкой, а вы ха-ха-ха. Митя, Митя, выйди, нужен ты мне. А, подожди. Только быстро, меня Настя ждет. А я, дядь Кондрат, как разгромлю тут все контр, туда подамся. Это куда ж туда? К аргентинцам и другим всяким народам на помощь. Для свободы и счастья. Ты со мной, Федор? А как же? И я поеду с вами. Только сперва свои желания исполню. Че-че? Показать хочу семейству своему. Насте, детишкам, старикам ее, океан. А то рядом живут, они видали. Это конечно. А поглядеть хочу Гомель. Кого? Гомель, город такой. Настя оттуда родом. Из Беларуси. А ты, Жмак, после полной победы чем займешься? А? А я сразу возьму все, что победителю положено. Землю, дом пятистенок, коров и свиней разведу побольше. Воюй с Жмаков за свободу, а тянет его к свинству. Молодец, Митя. Погоди, когда же? Федор, ну еще разок. Ну, когда меня Настя ждет. Ну, что тебя, Жмак? Выйдем. А я, братцы, как только мир наступит, недельку с удочкой порыбачим, а потом женимся. Ну, да. Это не на Дуняшке Фроловой с Кедровки? Точно. Детей нарожаю больше, чем у Сердюка. И буду учить их справедливой жизни. Силен, Лавр. Больше, чем у Сердюка, ты не нарожаешь. Сам видел. Что? Честно? Да ты что? Ой! Митька! Ребята! Уйди! Ты гад! Да вы что? Да уйди ты! Что вы делаете? Это что такое? Да я его правду про ветра и верка, а он... Ах, ты, мразь! Да вы что, ребят? Митя, подойди ко мне! Кокорин!
Что-то дробится. Витька! Токорин! Митя, ты куда? Эх ты! На словах-то у тебя одно. Погоди, ты что? Митя! А ну, постой! Значит так, сестра милосердия, поцелуями лечишь? Не знаю, Мить. Может, виноватая перед тобой. Ну, еще бы не виноват! Да только не было у нас с тобой любви, и не будет. Да куда уж мне? Я не как он, зубы не заговариваю. Ну и далеко у вас зашло, а? Дурак ты. Что? Нет, ты скажи! Митя! Отпусти ее! Отпусти, говорю. А ты, братик. Может, поговорим? До драки. Наговорились уже. Хватит. Да помни же ты! И не серчай на брата! Он ты меня совсем не любит. Это я его. И ни при чем он тут. Да кто вас разберет? Да мне плевать на вас! На мой век девок хватит! Какая к дьяволу у нас дисциплина? Такой тревожный момент, а он мордобой тут устроил. В общем, сдай оружие. И катись-ка ты из отряда к чертовой матери. Все. Братцы, ходите в стаду. Перед Жмаковым постойте смирно. И пусть он меня бьет, сколько вы назначите. Хоть до смерти. Но из отряда никак. Не уйду. Да что с ним цацкаться? Гнать надо таких баламутов. Погоди, гнать. Выговор сказать надо, перестроим. А лучше бы ремня всыпать. Ведь он же дитё малое, но это одна половина. Зато другая — боец первейший. И революции до последней кровинки преданный. Да мы не один бой вместе прошли. Ладно, выговор. Но смотри-ка, Корин, это последний. По краю ходишь. Иди. Командир, скажи только, не серчай, сколько бы ты на месте Великов за мою голову Сибирок отворил, а? Ну, за такое сокровище миллион не жалко. А за тебя только 1000 дают. Ох, и баламут. Ты погляди. О, ну, похож? Что? Разговор есть. Василий, дядь Кондрат, выручил ты меня. По гроб не забуду. Только и делов у меня, чтобы твои тут фортили, понимаешь, расхлебывать. Дело у меня к тебе. Какое? Важное очень. Сегодня ты мне нужен. Когда? К ночи. Да, забавный парадокс. Этого агента вы заслали сюда, в Приморье, еще в русско-японскую войну, для борьбы с нами. А теперь он работает на нас. Ошибаетесь. Он служит императору только. По
брось, он как гейша служит тем, кто больше платит. Нет, господин полковник, он офицер. Самурай очень древнего рода. Император лично знает его и доволен им. Я им тоже доволен. Хм. Куда же он подевался, а? И тут нет. Вот он. Отряды не придут. Их кто-то предупредил. Что делать? Меняем план. Ах ты гад! Ты шпион, дедушка Па. Что передавал белым? Моя травку хотел рвать, а пока роса. Да врет он! Костер жег! Белякам сигналил! Моя грелась, холодно. А не убить старый пах хотел. Грелся он? Ну правда, грелся старик. Чего вы все выдумываете? Сигналы вам везде мерещатся. Мерещатся? Да ты что? Конечно, любите вы напраслину возводить. Пак свой человек. Партизан лечил? Лечил. Ну вот, меня лечил. Один Сердюк меня обижает всегда. Опомнись, Петр! Братуха, да ты же контру защищаешь! Мишка! Контру! Вы что, Петр Иванович? А то, вам кто разрешил выслеживать Пака? Да если всех подозревать, это что ж получится? Подумайте. Дедушка Пак, иди спокойно домой. Спасибо, спасибо. Надо меда, надо женщине. Но... Пак всегда даст. Сердюку не даст. Пропусти его. Слушайте, надо испугать его так, чтобы он удирал через горы, известный только ему дорогой. Ну, начинайте. Ладно. И все-таки, Петр, не верю я Паку. Не верю! Хорошо, что мы усилили дозоры. Да он и через дозоры проползал. Расстрелять чего, гада? Шпион же это! Что ж, сделайте у него обыск на пасеке. Да просите как следует, если вы так сомневаетесь. Не спускайте с Пака глаз. Он пойдет в горы. Выследить дорогу любой ценой. Ловок он, яви его. В такую-то темень может ускользнуть. Берите людей еще хоть десяток, но чтобы выследить. Правильно. Да тут не штурмы его надо брать. Тут надо хитростью. Ну. Здоровенький был и дедусь. Здрасте, дедушка. О, кто ж ты так стрибает? Чи Сердюк, чи не Сердюк? Да как будто он. Тихо, шапка! Thank you.
тебе, гад! Говорил. Куда же он тут шел? Отряды наши должны собраться. Федор! Так. Так вот, куда она после землетрясения-то делась? Дорога на Жуковку! Быстро! Не горят время, быстро! Ни одной винтовки, ни одного патрона не оставляют. Ты поможешь, винтовок! Командир, все оружие поднять не успеем. Может, все-таки часть лесу спрячем. Скорее! Оружие в горы! Ясно. В горы! Лестницы! Лестницы! Повозки разгружать ближе к скалам! Командир, а зачем здесь, где самые круче? Слева бы лезть, там пониже! Догадался! Нельзя там, там береги нас в раз заметят! Петр, а эту лестницу туда! Эту? Правее, вон туда! Ясно? Пулеметами, Куницын. Все готово. Десяток заряды. Десяток? Добро, встретим их лавиной огня. Сердюк? Я. Дозора послал? Послал, товарищ командир. Так. По верхней нижней дороге. Ладно, ладно, поглубже копайте. Жмаков! Не больно ты торопишься, а? А чем я стрелять-то буду? Ежели на труму зали. Верно? И че вам в землю взрываться, а? Как в могилу? Поломоть, Жмаков. Да ведь по-нашему надо. То за деревом, то за камнем, то здесь, то там. Беляков прет больше тысячи, как разом пальнут. Ага, даже не целясь. Будешь дырявой только от одних шальных пулей, а ну копай. Так на какую глубину? А насколько выкопаешь, жмак, то и уцелеет, а все, что выше, отшибут. Значит так, мужики, надеяться не на кого. Все зависит от нас, помощи нам не будет. Если только собьют заслон и не остановим врага, наши не успеют поднять оружие в горы. Понятно. Так что все в ваших руках. И Жуковка, ну и победа. Понятно, чего понятно, командир. Мы выступаем по верхней дороге, вы по нижней. Мой батальон выступит позже. Почему? Так быстро мы не успеем. Союзники. А в будущем за помощь весь Дальний Восток потребуют после нашей победы. После нашей победы мы выгоним всех союзников к чертовой матери. Рубите сбор. Есть.
там, Настенька, там Настя через горы вместе со всеми. И будете в безопасности. Так, Верочка, так. Мы у другим места проживем с семьей. Ехать треба. А дети держи. Ехать. Паулик, Анюта, зараз поедем. Поторапливайтесь. Никуда не поедем. Ой, я что? Никола не двора. Боль перекатная. Вось и носится по свете. Неси в хату. Что? Наживали, наживали. А теперь все кинуть, куды ни глянь, все своими руками зроблено. Торопитесь, Дарья! Уезжайте скорее! И ты, старый, так само дурнел. Куда это нам ехать с детьми от добра, от хозяйства? Мама, не можно нам тут оставаться, нияк не можно. Самим надо спасаться и детей спасать. Да ничего они нам не зробить. Мужики, мужики воюют, а бабы, дети, да не тронуть яны нас. Тронуть, мама. Не знаете вы их. Павлушек, батька, собирайтесь и поехали. Поехали. Не пущу. Сама иди куда хочешь, а внука мне дам. Внука мне дам. Мам, подумайте. Мамочка, да что же вы робите, родненькая? Не губите нас усих. Опомнитесь, мама. Мамочка. Ай, Данитка! Поп придумал! Чем так попсту сползать? Лучше ящичек поднять! Живее, ребята, живее, живее! Вон там разгружайте, прямо у скал. Ага. Слушай, Назар, а ты поторопись здесь всех. А я к Антону, меня беспокоят окопы. Понятно! Да тут все в полном порядке! Петро! А можно я с тобой? Подъемником я видишь, как тут все наладил. А то камни каждый раз привязывать, время тратить. А теперь окопами займемся. Ну что ж, поедем. Мить! А? Что-то моих скутера нет. Ты узнай там. А если встретишь, поторопи. Пусть скорее сюда. Как встречу, велю им на галоп перейти. Так, брустер повыше. Так, хорошо, хорошо. Жмака! Как же ты будешь стрелять? А что? Так ты ж с такой глубины врага-то не увидишь. Куда же ты, храбрец, зарылся? Или в небо палить задумал? Ты я окоп сроду не копал. Ха. Закапывай на полметра быстро. О, развеселились. Вы откуда? С Озерного, мой милок, с Озерного. Из Озерного? А с ближнего хутора где? Остались, не хотят. Остались? Да. Да как же так? Ну, бабка Дарья, командир, я же ей все объяснила. Я на хутор мигом. А баба бабу никогда не успорит. Ага. Вот я бы ее в раз уговорил смываться. Ага. Жмаков, что ты там делаешь? Траншеи закапываю, чтоб помельче был. Ага. Кончай, поедешь с Верой на хутор. Командир, а тут как же? Обойдемся. Жмак, пулемет зачем? Бабку Дарью стращать? Оставь его! Бабку достань, а потом ищи свищи, Миш. Ну? Мое оружие мне выдано. Жди. Вон тот хутор, последний перед селом. На карте не обозначен. Пошлите дозор, надо узнать, нет ли засады. Малахов, проверить хутор. Слушаюсь! Как дела, Антон? Там готово, а здесь только начали. А, а ну-ка дай, Паша. Поможем. Давай. Только я в полсилы. А это почему же? А потому, если я от души вдарю, в раз сквозь землю провалюсь и в Аргентине окажусь. Эй, землекопы, давно Федорова семья с хутора проехала. А то он там весь извелся. Они и вовсе не приезжали. Как так? А где же они? Какой дом остались? Вот она. Я за ними Веру со Жмаковым послал. Давно? Давно. Я с ним. Можно, командир? Езжай. Thank you.
Твой, говоришь? Твой партизанский. Возьмем языков, сделаем полковнику подарок. А ну-ка, заткните вам глотки! Ты царапанная стерва, вот ее! Лови, Кирюшка, дверям в засаду! Быстро! А ну, тихо! Плотней прижмись! Есть! Я тебе! Не стрелять! Так возьмем! Не достанешь! Держите! Держите его! На второй! Я сейчас, Петро! Жди! Что? Они врасплох меня! Опомниться не успел! Сзади напали! А то бы я их... Ладно, вояка! Ну ты же меня знаешь! Таденька! Таденька, ходи! Много еще оружия поднимать! Хватает! Лестницу привяжи! А я так долезу! Закрепи, говорю! Не трусь, конек! Поднимем! Из конницы нам Жуковки не взять! Ага! А ну не киснуть, хлопцы! Веселее, веселее! Пора. Пора выезжать. Вер, Настя, скорее. Жмаков! Чего? Возьми наших лошадей и жди нас здесь, на опушке. Пулемет оставь. Понял. Вера, вот это вот передашь к командиру. А вы? Наши в деревне не готовы. Не все окопы открыты. Надо белых здесь задержать. А я с вами останусь. Нет. Задержим. Я умею не только перевязывать. Я такой же боец, как и вы. Вот если ты боец, передашь лично в руки командиру. Это приказ. Приказ точный. До свидания, Петр Иванович. До свидания. До свидания, Митя. Уезжай. Казаки идут! Еще далеко! Впереди у них разведка! Командир, поезжай к горам. Ты там нужнее. Поезжай. А мы уж тут сами. Да. Саров! Куда? Кто разрешил? Почему ушли? Почему ты нарушил приказ? А мы на помощь. Разве отряд Сердюка один удержит? Назад! Там оружие! И там главное. А тут пусть гибнут! А ну быстро в окопы! Приказываю! Немедленно назад! Если там главное, почему же ты, командир, здесь? Я тоже не здесь, Назаров.
Антон, торопись с окопами. Прощай, Петр. Возьми-ка. Передай командиру из рук в руки. Донесение важное. Ты к ним? Да. Бабоньки, милые, лезьте скорее. Ой, бой рядом, вот-вот, брат нагрянет, лезьте. Куда с детьми-то? Она молодая и то боится, у меня их пятеро. Детей покалечить-то. Да ты что? Лезьте, бабоньки. Люди, люди, бабы, послушайте, что я вам скажу. Мы вот только что с хутора. Вот, гляньте, сильничать враги хотели. А деда Кондрата совсем убили на наших глазах. И вас убьют, всех убьют. Лезть надо. Туда, за гору. Одно спасение. Всем лезть. Иначе нам смерть и детишкам нашим. А вот ты туда сама носились. Павлуша, дайте, мама. Да ты с ума сошла. Неужто с детьми на гору такую? Давай, маленького. Осторожней. Бабы! Права Настя! Права бабы Настя! Здесь погибель, а там спасение! Детки, за мной! Держись за юбку. Павлик, держись крепче за веревку. Держись. Павлуш, слушай, что батька говорит. Держись крепче, сыночек. Крепче, не упадем. Осталось немножко. Немножко. Не плачь, Гришенька. Держись за мамку. Покрепче, милый мой. Не плачь. Настя, я сейчас, сейчас! Снимите дитя с лестницы! Скорее снимите! Скорее! Иди сюда! Вот так! Смотри. Мама! Мама! Настенька. Федя. Будешь жить, Настенька. Будешь жить. Бабы, давай ребятишек в ящики подымем. Нет. Попадают, сорвутся. Лучше с нами, в руках своих. Сами. Где наша разведка? Должны быть с минуты на минуту, господин полковник. Подождем. Говорим. Вот война скоро кончится, а я для новой жизни очень еще не подходящий. Ничего, вот подучишься, поумнеешь, сгодишься. Братуха, глянь, похож я на казака? Похож. Петро, знаешь что? Ты уходи, а? И там команды. Я их один задержу. Я тебе чуть-чуть помогу. Поосторожней там. Ага.
Что-то долго нет разведчиков. Да вон один из них. Эй, ваш безоблачный! Будь там свободно! Ага! Можно! Уходим, пора! Где там Жмаков? Жмаков, коней давай! Скорей! Слышишь, Жмаков? Скорей! Петр, Петро, уходи! Уходи, Петро! Уходи один, Петро, слышишь? Один уходи! Уходи один, Петро, слышишь? Один уходи! Уходим, нельзя! Жмаков, коней! Погоди, не молчи. Не молчи. Как же там? Петя. Гады! Или засаду, десятка два партизан было. Много, много времени потеряли. Пройдем хутор сходу и прямо к селу. Пошла. Эй, на хуторе! Полк идет! Как у вас тут? Теперь тихо! Там за Петра! Это вам за брата! Почему стреляю с хутора? Разберитесь! Там же наши! Мало вам! Мало! Еще в кость стрельнул.
не крутись! Ух ты! Да проваливай ты к своему Митьке! Вот, ранили. А Петра убили. И Митьку потом тоже. А меня вот ранили. Я чудом. Кому как выпадет. Одних насмерть, а мне в руку. Я чудом. Я все видела. Погоди. Если ты кому-нибудь хоть слово. Стой! Высокоблагородие. Окопы брошены, оттуда видно, что все партизаны лезут в горы и тянут вверх какие-то ящики. Ах так, немедля к горам. Обойти с тыла, подавить, уничтожить! Есть! Мигом в другой окоп, ребятки! Мигом в другой окоп! Торопитесь! Торопитесь, ребятки, ну! И ребятишки тоже успели. Последние две винтовочки. Даю ракету. Быстро! Все, ребятки, дело сделано. Уходим в тайгу. На выход, на выход. Быстро, быстро, быстро. Догнать, отбить оружие. Скорее, скорее! Есть! Ну, Куницын, рви! Как ты его. Я бы не мешал. Вы оба у меня самые лучшие на свете. Брат и ты, Вера. Горам!
громкой песни не стихи я взял. Взял я кровь людскую вместе с горем пополам. Взял у осени ненастье и у солнца зной, чтобы вечно было счастье над родной страной. Над родной страной.